Всем привет, дорогие зрители, с вами мистер Шпилкис, и мы продолжаем прохождение симулятора охоты на нечисть Witch Hunt. Друзья, это повторное прохождение, всем, кто не смотрел первое мое прохождение этой игры, я рекомендую найти на канале плейлист и посмотреть. И начинается наша серия уже немножко с некоторых событий. Здесь уже мы почувствовали нашего чертика маленького. Пока он еще только лишь маленький чертик, друзья, но в этой серии, возможно, этот чертик подрастет. И мы его обязательно с вами найдем и победим. Возможно, а может быть и нет. Ну что ж, давайте приступим. В прошлой серии у нас с вами очень был классный бой с ведьмой, друзья, чем он закончился? Ну, собственно, нашей победой, если мы снимаем эту серию, конечно же. Но, друзья, был очень эпичный, классный бой. Я не использовал в нем грозовых распятий. Так, цветочек запомним, под деревом есть цветочек, это хорошо. Я не использовал в бою с ведьмой распятий, поэтому, друзья, был очень тяжелый, сложный бой. Не с первого раза у меня все получилось. Я рекомендую всем посмотреть. Так, а чертик тем временем убежал куда-то в другое место, хорошо. Мы его найдем, но для этого нужно нам еще немножко здесь походить, посмотреть, пострелять. Что у нас, кстати? Тотем смотрителя, 5 штук. Это хорошо. Я всю игру вообще, вот это повторное прохождение, прохожу без распятий, друзья, поэтому всем рекомендую посмотреть. Сперва первое прохождение, особенно тем, кто его не видел. Как играется с распятиями, насколько это все действительно просто, в общем-то. Можно там хоть штук по 10 выставлять распятий, и у меня такое было в сериях некоторых. Ну а в этой серии и в этом прохождении я играю без распятий вообще. Кто не знает, вот здесь на острове есть такой вот странный череп. Так, ну что? Куда мог отправиться наш чертик, интересно? А здесь где-то у нас уже кто-то подхрюкивает. Сейчас мы с ним разберемся. Хочу подэкономить пули, потому что бой с финальным боссом все-таки может быть довольно сложный. Ах ты, гада, все равно ж попала по мне, а? Сволочь такая. Хорошо. Вот у нас есть немного маны, давайте-ка мы взглянем глазками этого чертика. В конце прошлой серии я ему как раз там немножко накинул. Прибежал он ко мне и получил оплеуху. Ну, пока мыслей никаких. Сейчас еще и плюс туман повсеместный. Вообще здесь никого не найдешь, не увидишь. Тем более каких-то знакомых мест глазами этого чертика. Вообще бесполезно, можно даже не пытаться. Так, так, музычка какая-то. Точнее, не музычка, а какой-то такой звук появился, которого обычно не было, интересно. Шептун. Так, здесь у нас яма. В яму нам не нужно. Мы уже в ней были не один раз. Еще шептун. Слушайте, шептуны обложили вообще со всех сторон. Так, интересно, куда бы сходить? Где бы поискать этого чертика? И вот на самом деле надо там пару раз... О, стоп, 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 вдруг чуть не разбились. Пару раз его ковырнуть еще. Вот. Вот, это интересно. Так, вопрос только направления, а ну.
Ах ты, тварюга! Воу-воу-воу, друзья, стоп-стоп-стоп-стоп! Ах ты, сволочь! Вот так вот, один промах и все. Слушайте, вообще, вот проблема все-таки с этим туманом, вообще ни шиша не видно. Ну что ж, начнем сразу, я думаю, прям сразу тут же вырываемся. Мне кажется, куда-то сюда нужно идти. Нет, не сюда, хорошо, вернемся. Нет, стоп, по-моему, куда-то... Хочу просто проверить, застучит ли сердце, если в эту сторону пойти. Да, именно сюда хочу сходить, попробую. Но, по-моему, нет. По-моему, бы уже застучало, мне кажется. Хорошо, разворачиваемся. Слушайте, надо каким-то образом дать ему хотя бы один выстрел. Пусть там потерпеть от него несколько ударов, но хотя бы прицельно один выстрел ему дать. Иначе проблемы. Он забивает, он не убегает, кстати, никуда уже. Вот такой чудесный чертик. Зверь хотя бы убегает, этот гад не собирается никуда бежать. А ну-ка посмотрим. Ой, жесть какая. Нет, нет, все это не то. В принципе, можно уже это зрение не использовать. Я думаю, ничего в нем такого нету особенного. Только ману тратим зазря, а мана, кстати, в бою. С червем может очень-очень сильно пригодиться. Потому что у нас есть способность, которая нас отбрасывает в рандомное место на карте, если нам наносится смертельный урон. Вот это очень классная способность, друзья, и нужно нам про нее помнить. Соответственно, держать при этом определенное количество маны. В бою. Слушайте, забил, гаденыш. Я уж думал, что... Не убьет меня этот чертик. Нет, все-таки гад меня затрепал. Один раз всего лишь промахнулся и все. Хотя мне казалось, что я точно в него попадал. Ой, слышишь, трюк, отвали, а. Много-много, нельзя столько ударов терпеть от них. Ни в коем случае. Поэтому, наверное, сделаем вот так. Потратим пульку одну, ничего страшного. Если выскочит просто этот чертик, у нас будут проблемы. Тратить сейчас здоровье вообще никак нельзя. Ох, какие здесь звуки. Я не знаю, слышно вам это или нет. Здесь какие-то крики, какие-то... писки непонятные вот во всем этом фоне. Но прикольно, прикольно это все выглядит. Собака! Ты не видишь меня, собака, серьезно? Да ладно тебе! Ой, жесть какая! Нет, цветок обязательно. Сейчас по-любому, иначе будем страдать. Собака, ты идешь? Возвращаешься? Мужик возвращается. Слушайте, ребята, вы все запарили меня, а? Серьезно, хорош. Хорош вам позволять меня стукать, а то вот все моя экономия патронов. Сказывается. Так, у нас есть камень сохранения. Я думаю, что мы к нему идем. По-любому. Надо завязывать с этой экономией. Я думаю, что хватит нам в любом случае на этого червя. Если что, сбегаем в город.
Просто боюсь, эта экономия мне сейчас вылезет боком. Слушайте, убежал он куда-то прям вообще. Очень классно, где-то он запрятался, этот гад. Не видно его нигде совершенно. И сердцебиения нет. Вообще ничего, не за что ухватиться взгляду совершенно. А мы где? Ну, в принципе, правильно иду. Иду туда, куда хочу. Вообще, по-хорошему, держаться примерно где-то возле домика рыбака и... Так... Вот это интересно. И хотел сказать, что этого будет достаточно. Думаю, что мы в правильном направлении. Думаю, сейчас мы можем этого чертика встретить. Так, шептун. Нет, шептун не нужен. Вот, 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 все, началось. Вот он, вот он, вот он, вот он, гад. Да чтоб тебя порвало вообще, тварь ты проклятая. А вы знаете, в чем прикол, друзья? Сейчас я пытался прицелиться, почему-то пистолет не вскидывался. Вот это как минимум было странно сейчас. Очень, ладно. Я знаю, куда нам. Нам вот сюда. Слушайте, я не знаю, то ли его матерее сделали. Я что-то не пойму этого прикола. И он, кстати, меня сам находит. В принципе, когда сердце начинает стучать, я думаю, лучше какую-то такую позицию занять, которая нам даст хороший обзор. Ну, если здесь вообще это уместно слово «хороший обзор». Посмотрите, гад, вообще второй раз меня затрепал. Ну, сволочь, не простим. Сейчас будем рвать тебя. Гаденыш ты проклятущий. Стоп, где-то красный срабатывает. А где? А кто его знает где, да? А почему пистолет не вскидывался? Вот это, кстати, был прикол хороший. Вот сейчас вскидывается все нормально, до этого... Что-то я пытаюсь зажать эту кнопку, а он почему-то не вскидывается. Может, чертик там каким-то образом... Парализует меня. Хотя вряд ли. Это уж совсем как-то бредово выглядит. Так, ну что, видели мы его в той стороне. Давайте-ка прогуляемся туда. Так, две смерти на серию. Это хорошо. Это еще при условии, что мы не боремся со второй стадией этого босса. Но вторая стадия может быть даже и полегче. Этот все-таки быстрый. На самом деле, вот разработчику добавь быстроты каждому боссу. Просто сделай их быстрее. И все. И это залог успеха, что игроки будут здесь страдать бесконечное количество раз. А тем временем нет его здесь, как я понимаю. Еще сейчас немножко сюда пробегусь, но, по-моему, его тут нету. Есть цветок. Цветок надо брать. Так, хорошо. Что-то показалось на секунду, а ну проверю сейчас свою теорию.
Мне кажется, где-то у домика рыбака он должен быть, по-моему. Но я не уверен. Вот интересно, какой размер карты здесь? Вот в тех же метрах, например, у нас сердцебиение срабатывает, по-моему, за 500 метров один ритм и за 100 метров другой. Мне интересно, есть какая-нибудь точка на карте, в которую можно встать, и она будет перекрывать полностью радиус сердцебиения, хотя бы на 500 метров. Где-нибудь в центре вот сейчас. Но нет, не перекрывает, потому что ничего у нас сейчас не стучит. А заметили, табличка-то сломана. Вот так вот. А еще мне сказали, что можно стекла разбить. Здесь или где-то... Да, вот. Стекла разбиваются, друзья, это прикольно. А вот и наш чертик-гад. Но я думаю, что он сам ко мне придет. Мне только нужно встать в оборону. С воды он точно не придет пока что. Вот он, бежит, бежит, посмотрите-ка. Воу, друзья, вот это фейл. Да серьезно, да чтоб тебя порвало, сволочь. Почему ружье не перезаряжено? Вот это вообще жесть. Ой, вот это жесть, друзья, полнейшая. Как так? Почему ружье не перезаряжено, объясни мне. Охотник, почему? Слушайте, вообще, а почему ружье, правда, не перезаряженное? Когда я им пользовался? Последний раз, что-то я не помню. Мне казалось, что все вроде там должно быть. Ой, какая жесть вообще, что происходит? И все уже, казалось бы, сделал правильно. Вот он твой шанс, пожалуйста, пользуйся. Нет. Стоп, стоп, а где ты, друг? Где-то, где-то ты вот здесь, да? Нет, не здесь. Обычно такое красное свечение, но... А, вот, все, вижу, вижу, вижу. Идем-ка, дружок, пообщаемся с тобой. Как ты там поживаешь, интересно? Все, отдыхай. Ты туда же отправляйся. Так, а что если мы посмотрим на чертика? Так, а вы знаете, похоже место. По-моему, даже знаю где. Там примерно где туман. И видели прикол? Он тут же разворачивается и идет в обратную сторону. Очень милый чертик. Жесть, вообще меня перезарядка сейчас так подвела. Просто на этом мосту, на этом пирсе. Это жесть полная. Так, куда бегу? Ничего не понимаю. Мне кажется, сейчас к озеру выйду, наверное. А может быть... Да, почти к озеру, параллельно ему бегу. Он, кстати, сам меня находит, этот чертик. Что интересно. Мне практически ничего делать не нужно. Так, сейчас мы вот что сделаем. Если у нас... Да, манны хватит, отлично. Все, сохранимся-ка мы лучше здесь. И с тем прогрессом, который у нас сейчас есть. А еще знаете, что мне интересно? Кое-что хочу попробовать. Нет, нет, не это. Вот это. А если еще разок? А если еще разок, я не выйду, да? Наверное.
Чёрти где-то в том направлении. А, всё, бежит, бежит. Я думаю, что прибежит он сам сейчас. Всё, друзья, дубль 2, поехали. Ах ты гад. Вы знаете, я устал реально бояться. Это, конечно, странно. Но я его стал реально побаиваться, этого чертенка мелкого. 3 раза, по-моему, или сколько, или 4, он меня уже за эту серию затрепал, сволочь. Там еще красный ходит вдалеке где-то. Так, а ну-ка. Шиша, вот, все, бежит. Отвали, сволочь. Эх, 2-й раз не получилось. А, отлично, друзья, ну хоть что-то. Слушайте, вообще, я расслабился уже конкретно. Скорость его колоссальная просто. Так, интересно, есть мана на сохранение? А вот нету, нужно 50. Нужно нам поднабить где-то маны и сохраниться обязательно. Вот это прям первостепенная задача сейчас. Хотя могу тотемом сохраниться, конечно же, но... Можно и по старинке. Вот где-то здесь уже булькает наша мана, ходит. Так. Ох уж этот туман. Ну еще, подай голос. Чё-то вообще ничего не понимаю, где кто? Где-то наверху, по-моему. Нет, вот здесь, точно, где-то здесь. Вот здесь, иди-ка сюда, друг. И сохраняться, друзья, срочно, бегом, быстро сохраняться. Только нужно нам понять, куда. Да, правильно, бегу. Вот этот прогресс обязательно нужно сохранить. Если сейчас затрепит чертик, это будет просто обидно очень сильно. Все, сохранились. А он убежал, гад, куда-то туда. Наверное, отправимся-ка мы сейчас за ним. Плюс где-то там еще есть красный. По крайней мере, я помню, его видел с пирса здесь, в этой стороне. Да, вот она застучала. Ну что, друзья, готовимся. Вы знаете, я думаю, что он за мной придет. Я пойду-ка я на какое-нибудь пространство. А, нет, не пойду. Сперва нужно дождаться, наверное, нам, чтобы он пришел. Слушайте, а затрепать-то может, что интересно.
Пока у него это удавалось больше раз, чем нам в него попасть. Но здесь дорога-то, насколько я знаю, она ограничена пространством по сторонам. Если он побежит откуда-то отсюда. Может быть, я даже его успею как-то раньше заметить. Ах, нельзя посмотреть, где он, ладно. У меня такое чувство, что он на горе, вот здесь. Почему-то мне так кажется, не знаю почему. Но мы прошли по кругу, и сердце стучать быстрее не стало. Да, получается... А ну-ка. Идем проверять. Так, залезть бы, залезть только где-нибудь. Нет, здесь нельзя, а там шептун. Вот здесь можно. Стоп. Вот это интересно, вот это. Немножко не по плану. А как тогда я его чувствовал и где? Так, мыслишка номер два, что он на той стороне, возле пещеры, где овчарку освобождали. А для этого нам куда-то вот сюда. Слушайте, в этой серии явно я не сражусь с червем. Очень на то похоже, что вряд ли в этой серии получится червячка убить. Нам бы хотя бы довести чертика в этой серии до стадии червя, а дальше уж будем, наверное... Все, вот он. Получай-ка в лицо. Ах ты какой бегун. Посмотрите, лупит как вообще нереально. Просто нереально лупит. Да ну, конечно, его попробуй еще догони. Так, а сколько ж тебе надо-то в итоге, чтоб ты перешел в другую стадию? Но побежал он куда-то сюда, поэтому есть шанс у нас еще его продамажить в этой серии разок. Нет. Убежал, гад. Убежал, да так, что его не догнать, не увидеть нигде. Вы знаете, по идее, насколько я помню, он стадию с червем должен нам показать, когда он перейдет в червя. И просто когда это произойдет, я хочу кое-что сделать. Слушайте, шептуны обложили, вообще нигде не пройти. Я не хочу заходить, как в первом прохождении, вот с этой стороны к озеру. Хочу подойти к озеру со стороны домика рыбака. Может быть, там бой будет поинтереснее. Угу, красный ходит. Мана нужна, нужно брать его по-любому. Давай ты уже, помирай.
Так. Ох, на грани балансирую, друзья. Это жесть. А ну-ка. Да, сюда надо идти. Хочу сохраниться сейчас у камня. Если чертик раньше нас не найдет. Так, здесь у нас, по-моему, есть цветок. А чертик, вот он. Ух ты, сволочь проклятущая. Пошел вон отсюда. Ох, друзья, какая жесть. Первый раз саблей ему умудрился попасть. Ой, какая жесть это все. По-любому сохраняться. Почти пришли. Слушайте, я почему-то думал, что будет гораздо все это проще. Что мы ему тут накидаем сейчас туда-сюда пару выстрелов в лицо и все. На самом деле нет. Сложно очень. Я что-то подзабыл. Я, по-моему, в прошлый раз, скорее всего, с тотемами убивал. Поэтому этот чертик быстро поменял стадию. Слушайте, в этот раз прям, ну, все не так. Вообще не так. Этот чертик без тотемов, это что-то с чем-то. Ну, у нас выбор небольшой, нам по-любому его нужно искать. И пытаться переводить в следующую стадию. И вот я сейчас понял одну вещь, что когда он, наверное, подбегает вблизи, все-таки сабля будет приоритетнее, ему хотя бы можно там как-то дать наотмашь этой сабли, потому что в противном случае он просто забивает тебя. А не здесь ли ты, дружок? А ну-ка, сейчас мы это узнаем. Когда его видишь подальше, конечно, ружье или пистолет, но вблизи, мне кажется, по-любому сабля, иначе там прицелиться нереально. Он еще колбасится, бегает, мечется по сторонам. И подбегает все время, посмотрите, практически все время подбегает где-то со спины. Его невозможно вообще как-то вычислить, предугадать. Такой гаденыш мерзкий, просто жесть. Ну что, куда? Сюда. Не знаю, правильно, нет? Пойдем сюда. Цветок, цветок брать надо по-любому. А ну-ка. Придет? Нет, интересно. А ну. Но если у него хоть есть там хоть чуть-чуть мозгов, я думаю, что прийти можно было бы. Давайте, посмотрите-ка, мы приманили кого-то. А ну-ка. Где-то на горе. Нет, не на горе. А ну-ка еще. Вот он, вот он, вот он. А ну-ка, лови. Еще немножко. Отлично, друзья, получилось. Так, ну вы знаете, это тотем. Это по-любому тотем. Потому что это наше сохранение. Еще немного продамажили. Чертенка. Получилось прям в туман куда-то там докинуть напоследок ему. Неплохо, неплохо.
Я подзабыл, как он переводится в эту во вторую стадию в начале серии. Теперь я вспомнил. Его практически полностью нужно продамажить. Почти на все хп. Иначе просто он... Вот он, все, переходит. Стадию червячка. Отлично. И что я вам хочу сказать. Сейчас нам нужно по-хитрому подойти. Да, вот именно вот так. Ох, посмотрите, какая красотища. Как же все стало классно, вдруг и резко. Ну что? Сколько у нас патронов? 49. Угу. А вы знаете, у нас вот здесь есть патроны недалеко. Давайте-ка туда сейчас сгоняем. А вдруг там еще и цветочек где-нибудь найдем. Ох, как же дышится легко, друзья, вот сейчас. Это просто жесть. Как тяжело было вот с этим гадом махаться в этом тумане. Ой, собака, как ты не вовремя, серьезно. Ай, придется добивать тебя. Ух ты! Посмотрите-ка, подруга убежала. Ай, ладно, беги, все. Не хочу. Не хочу тратить на тебя ни силы, ни время, ничего. Где-то вот здесь моя пещера с камнем. Все, давай отдыхай. Вы знаете, сейчас еще таких парочка собак, и я думаю, что отдыхать лягу я. Почему-то я в этом почти уверен. Вот здесь, во-первых. Да, почти пришли. Сюда вот пещера с камнем. Тут есть пули, просто, я помню. На бочке лежат, я их специально не подбирал. Сейчас будем брать. Вот здесь, вот они. Забираем хоть что-то, хоть чуть-чуть. 56 патронов, отлично. В принципе, на бой с червем нам должно хватить за глаза. И здесь еще есть цветочек. Все, и... Вот так вот. Отлично, друзья. Все сделали, все, что нужно было. Ну, конечно, отсюда будем бежать теперь, но ничего страшного. Активируем сейчас червя. Красиво. Хочу именно со стороны домика рыбака, чтобы он вылез. Я думаю, что будет довольно эпично это все выглядеть. Если, конечно, у него не фиксированное место. Если фиксированное, то... Так-так-так, тихо-тихо-тихо-тихо. Кто-то заорал, определенно я это слышал. Угу, так и есть. Наша стадия уже... Стоп, не то. Да, вот так вот. Наша стадия вторая уже заработала. Появление, конечно, друзья, будет мега эпичное у этого червя. Кстати, а камень сохранения там уже не активен, это интересно. Почему? Ну что, давай вылезай. Вылезай, гад. Ну что, неужели ты не вылезешь сейчас? Вылезешь, вылезешь, гаденыш, вот он ты. Ну, на тебе, немножко. Так. Серьезно, хорошо. Слушайте, а то мальчик-то немножко мешает целиться. Ну что, ты будешь только орать? Угу, паучок пошел. А вот что я хотел попробовать, друзья. Вот этот интересный момент. Залезет ли паучок в дом? А ну-ка сейчас проверим. Хватит ли ему вот здесь место проползти? Слушайте, это интересно, но паучок не торопится. Не торопится заходить. Кстати, а вы видите, какой прикольный момент? Смотрите, значит, что у нас получается с вами. Так, а ну-ка, друг. Слушайте, а паучок-то где?
Слушайте, а в доме-то жить можно. Кстати, посмотрите, классно. Освещение такое шикарное у нас тут появилось. В принципе, я вам хочу сказать, это идеальная тактика. Вот с этого дома его можно расстрелять. Только было бы чуть видно получше, и было бы просто идеально практически. Нет, промахнулся. Вот что интересно, в дом не залетают ни ядовитые шары, ни огненные. Это, кстати, прикольно, но проблема в том, что из отсюда не видно его, вот этих шариков, по которым стрелять нужно. Вроде, казалось бы, все нормально. Оп, видите, не залетает. Это класс. И тут же сдох паучок, да? Да, тут же сдох сразу. Сгорел. Так, ну эта тактика интересная, в принципе. Только проблема с его пузырьками. Ах, не то, не то, не то, не то. Воу-воу-воу, серьезно? Слушайте, какая жесть, только посмотрите на это. Дом горит, все горит. Ох, жесть полная. Друзья, ну мы будем бой продолжать по-любому уже в следующей серии. Потому что в этой серии, я думаю, что у нас это не очень-то получится. В том плане, хотя бы забить его полностью у нас вряд ли получится в этой серии, но можем попробовать еще немного по нему пострелять. Когда мы попадаем, он начинает реветь. А ну-ка, паучок. Вы же умные ребята, да? Вы же на огонь пойдете, правильно я понимаю? Оп. Неожиданно, да, ребятушки? Ну ладно, ладно, хорошо. Ах, промахнулся, промахнулся. Тише, 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 друг. Тише, тише. Воу-воу-воу-воу-воу. А что, если в сарайчик нам зайти? Что это нам даст? Сарайчик и, например, вот так вот сделать. Чтоб сюда больше никто не зашел. Так, здесь тоже не очень-то все выглядит. А ну-ка, сгорим, нет? Сгорим, 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 а, сгорим. Все, вот это я сам себя тут заблокировал. Ладно. Сработал телепорт в рандомное место, хорошо. Вы знаете, я думаю, что до города. Сейчас нужно до города, потому что мало здоровья, сейчас можно просто банально помереть. И в этом не будет ничего хорошего. Вот сейчас вообще ничего хорошего не будет. Честно вам признаюсь. Так, еще раз. Воу, вот это эпическая смерть, друзья, вы это видели? Это жесть. А я сам себя закрыл тотемом же, да? Насколько я понимаю. В этом домике, а ну-ка посмотрю. Да, так и есть, сам себя закрыл, красавчик, молодец. Серьезно. Ай, жесть какая. Ладно, надежда на то, что сейчас мы улетим в рандомное место, оттуда добежим. Интересно, а если в город? А, нет, в город не получится. Давай-ка, паучок. Кусни. Слушайте, а куда он исчез? Прикольно. Да, вот эта, короче, тактика закрыться здесь от всех тотемом, она сработала, конечно, правильно, но я тоже закрыл себя от всех. Так. Они пролетают, да, получается, тотем? Да, тотем не пропускает. Прикольно. Ну, в общем, как-то это можно было бы, конечно, обыграть. Но сейчас ничего у нас не получится. Нужно ждать, когда он меня подпалит, чтобы улететь в рандомное место. Потому что у нас 100% маны. Я думаю, что нам этого должно хватить. Ну давай, давай, жги. Жги не по-детски, друг. Бам.
Все, где мы? Мы... Отлично. Отлично, друзья, по-моему, там, где надо. Да, все. Валим до города, там уж дальше разберемся, что к чему. Главное, по пути никого не встретить. И в следующей серии у нас уже будет бой с этим гадом. Уже будет плотненький такой. Классный бой. Я же ведь правильно бегу, насколько я понимаю. Сейчас где-то должна быть дорога. Да-да-да, куда-то сюда, все верно. Вернемся мы к этому гаду, но вернемся уже в следующей серии, друзья, потому что я сейчас скорее хотел попробовать всякие разные интересные моменты. В принципе, в доме вполне спокойно можно переждать любые проблемы, яд, огонь. Но выходить из дома придется, и когда будешь выходить из дома, там как раз-таки тебя будет ждать огромное количество огненной земли вокруг, которая ничего хорошего не принесет. В принципе, этого червя-то убить вообще не проблема. Я его просто расстреляю, можно сказать, налегке. Я хотел попроверять всякие интересные моменты. Кстати, я только сейчас подумал, что вот это вот все... Это повозка нашего героя, по-моему. Там в начале серии... Не серии, точнее, прохождения, говорилось о том, что он... На него что-то напало, и он потерял все свое добро. Вот здесь вот повозка, а вот здесь чуть дальше лежал конь Беллы, нашего главного героя. Кстати, она все еще здесь? Нет, ее уже съели. Слушайте, а когда-нибудь обращали внимание на то, что здесь город утыкан крестами? Видимо, чтобы не прошли сюда всякие нехорошие чертики. Ну что ж, друзья, все, наконец-то мы в городе. Все у нас с вами хорошо. Будем заканчивать серию и уже продолжим наше эпическое сражение с этим червем в следующей серии. Спасибо, что посмотрели это видео. Если вам оно понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. В комментарии обязательно пишите ваше мнение по этой серии, по этой игре, по каналу в целом. Все пожелания, предложения, друзья, направляйте в комментарии. Я их читаю, общаюсь там с вами. И увидимся в следующей серии. Пока-пока.